вопрос сложный на сегодняшний день. Но надеюсь, что в августе месяце он все-таки завершит эти работы. Хотя по тем документам, которые у нас с приложением к контракту есть, график выполнения работ, на 30 число должен быть положен второй слой. К сожалению, этого мы не наблюдаем. Причина заключается в следующем. Значит, у подрядчиков появились трудности с приобретением материалов, так как подорожала цена битума, прочие негативные факторы в виде поломки завода и так далее. Кроме того, большим объемом работ, множеством контрактов по выполнению благоустройства в соседних городах. Поэтому, учитывая все эти вещи, сроки работ сдвинулись. Знаю точно, что на сегодняшний день завод они наладили, происходит его обкатка, а в разговоре с руководителями предприятия вчера и сегодня меня заверили, что в течение следующей недели подрядчики должны работать у нас на дороге. Вот это все. Хватит недели, чтобы все завершить? Или об этом речи пока вот не идет? Для понимания, вот смотрите, не уложен еще до конца первый слой. Да. Потом первый слой они заканчивают, потом идут вторым слоем. Это особый слой, это щебеночно-мостечный асфальт. После его укладки они приступят к въездам, к парковкам, к ливневке. Думаем, что недели на это, на все про все, не хватит.